чудный. Ты наш Бог, Ты являешься Вседержителем, Ты держишь все в своих руках. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть чудный Бог, за то, что Ты хранишь нас в своих руках. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Люди хотят видеть Бога. И очень часто мы знаем, да, человек не верующий говорит, ну покажи, пускай Бог мне вот откроется, чтобы я его увидел, поговорил с ним. И тогда я в него поверю. Люди, не понимающие Бога нашей жизни, да, Бога святого, чистого, безгрешного. И мы видим, когда в Ветхом особенно Завете люди встречались просто частично, не с Богом, а частично со славой Божией. Помните, что происходило? Они падали перед святостью, перед чистотой, перед славой Его и не могли вынести даже чуть-чуть присутствие Божие. Друзья дорогие, насколько счастливы мы сегодня, что мы можем приходить в присутствие Божие. Потому что Иисус Христос сказал, помните, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Христос сегодня с нами. Давайте будем слушать Его и будем поклоняться Ему, и будем, самое главное, принимать то, что Он будет говорить нам. Будем слушать псалом начать. Пожалуйста, Женя. Доброе утро, братья и сестры. Сегодня у нас 26-й псалом, псалом Давида. Давайте откроем Библию. Почему вместе? Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожать плод мою, то они сами приткнутся и упадут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, тогда он надеется. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни мои, созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрал бы меня, подает бы месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда бы изнеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Господа, лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже Спаситель мой. Ибо отец мой и мать меня оставили меня, и Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что я увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и укрепляется в тебе сердце твое, и надейся на Господа. Давайте посмотрим на первые три стиха. Давид нам показывает пример, как уповать на Господа. Он показывает, что в любой ситуации, даже когда, можно сказать, смерть преследует Давида, он уповает на Господа в любом случае. После этого он говорит, одного просил я у Господа, того только еще, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни. Как пастор Андрей сказал, мы всегда ищем, чтобы пребывать в Христе и ищем Его лица. Так и Давид тут же показывает нам пример, что он ищет пребывать в храме Господа каждый день. Также после этого Давид просит Господа, не скрой лица своего от меня. Давид хочет видеть Господа каждый день в его жизни. И после этого в 14 стихе Давид наставляет нас. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа. В этом стихе Давид повторяет «надейся на Господа» два раза. Так будем же, друзья, надеяться на Господа, как Давид показывает нам. Давайте помолимся. Аминь. Рада, если Господь благословит, Он будет участвовать в пении, свидетельство расскажет, пожалуйста.
Добрый день. Да. Для меня большая привилегия быть сегодня здесь. Я общаюсь с Белоруссией. Есть белорусы? Новые? Нет белорусов? Вау! Я знал, что они все в Миннеаполисе, но не думал, что так плохо. Вы все с Украины, наверное? Частично. Ну здорово, классно, когда есть праздники. Вы согласны? Люди любят праздники. Тем более, когда это праздник Дома Божьего. Знаете, 7 лет церкви, правильно я понимаю? 7 лет назад Бог положил человеку мечту в сердце. И с тех пор прошло немало времени. Кто-то приходит, уходит. Но знаете, если мечту положил Бог по-настоящему в сердце, то она будет жить, эта мечта. И мы должны следовать за тем, что Бог положил нам. Больше 25 лет назад, как я уверовал, была группа, мы играли хэви-метал в Минске, в Беларуси. Знаете, кто-нибудь знает, что такое хэви-метал? Отлично. Значит, я в нужном месте. Вот. И мы были, группа играли хэви-метал. У нас были длинные волосы, рваные джинсы. Мы ничего не знали о Боге. И вот однажды мы повстречали необычных людей. Этот один из них, его по имени Володя, очень интересный парень, образованный, учился в университете. Он вообще никак не вкладывался в рамки верующего в нашем понимании. И знаете, мы с ним долго общались, он нам рассказывал, мы говорили: «Вовка, слушай, перестань, идем пиво попьем, давай по-нормальному посидим». Знаете, он шел с нами, но пиво не пил. И вот он нам подарил Новый Завет, и мы с ним долго общались, и вот он однажды пригласил нас в церковь. И мы всей группой пошли в эту церковь. Знаете, мы не знали, что ожидать, куда мы идем. Но мы одели свои самые рваные джинсы, знаете, джинсовки, все, чтобы круто выглядеть. Но мы же были металлистами. И мы пришли, и знаете, эти люди в церкви, они испугались нас. И самое интересное, что мы тоже их испугались. Мы тоже никогда не видели. В основном это были женщины пожилого возраста, мужчины в платочках. У них были очень угрюмые лица. Они, видно, очень давно были в Боге, поэтому они такие были серьезные. И, в общем, мы оба испугались, и парень тот, который нас пригласил, он тоже испугался. И он подумал, надо в другую церковь отвезти их. И на следующее воскресенье он отвел нас в другую церковь. И там люди были немножко другие, они пели, радовались, пели они ужасно, фальшиво. Но это было все настолько радостно, настолько это было по-другому от того, что мы слышали в своей жизни. Знаете, мы были крутые музыканты, металлисты, и мы играли песни, но радости почему-то у нас не было. А эти люди не умели ни петь, ни играть, и они радовались. И мы стали спрашивать, в чем дело, почему? И нас пастор пригласил в гости, мы пришли к нему, и он нам сказал: ребята, вам надо одну вещь, вы классно играете, хорошо поете, но вам не достает одно. Мы спросили, что нам не хватает? Он сказал, не хватает духа. Какого духа? Ты о чем? Он сказал, ну, походите к нам на служение, вы все поймете. Он не стал нас стричь в первый день, знаете, давать нам какие-то советы. Мы ходили на эти служения, мы слушали. И в одно воскресенье просто Бог коснулся нашего сердца. И мы все, всей группой вышли вперед к сцене, и все молились молитвой покаяния. И знаете, с тех пор Бог изменил нашу жизнь. И тот парень, который нам первый проповедовал, он нам говорил невероятные вещи на тот момент. Он сказал: ребята, если будете служить Богу, если будете петь для Него, будете ездить по всему миру, у вас будут классные гитары, вы будете счастливы, будете заниматься любимым делом, и вы будете счастливы. И мы думали, ну заливает. Знаете, мы прошло немного времени, и все то, что нам обещал, оно осуществилось. Потому что все в этой жизни возможно с Богом. Он осуществляет наши мечты, желания нашего сердца, если мы делаем это по Его изволению. Я верю именно поэтому мы сегодня здесь, потому что Бог осуществляет мечты и желания сердца открывать церкви, служить людям.
И поэтому я очень рад, что могу присоединиться сегодня к вам, спеть несколько песен, рассказать свидетельство, то, что произошло в моей жизни, в жизни группы «Новый Иерусалим». Вообще, кто не слышал группу «Новый Иерусалим»? Ну, хорошо, значит, будете попевать. Своего.
нас счастливыми. Когда-то, знаете, мы играли очень разные концерты. Это были совершенно необычные, в необычных местах. Мы играли на больших стадионах, в дворцах культуры, в кинотеатрах, в церквях, конечно. Один раз у нас даже был концерт в бассейне. Верьте мне, это было очень интересно. Но знаете, один концерт запомнился мне, и вот чем. Мы играли в церкви, это было такое, знаете, небольшое здание, немного было людей. Мы играли еврейские песни, у нас есть альбом с еврейскими песнями, они очень веселые, они прославляют Бога. И весь зал сидел, все-таки были хмурые, серьезные. И вроде как все было как обычно, но никто не хлопал, он не пел и не танцевал. И тут вдруг посреди зала вскочил один человек. И он стал хлопать и петь, и танцевать. Знаете, это было очень странно, даже немножко пугающе. И никто этому не удивился, кроме нас. Мы, знаете, стояли на сцене, играем, и вдруг один человек как-то странно себя ведет. Я стал смотреть, что же с ним не то. И знаете, что я увидел через некоторое время? Он был абсолютно слепой. Он не видел, что все сидели. Он не знал, что никто не хлопал. Он думал, что он, как и все, будет танцевать и петь. И знаете, когда я смотрел на это, чувствовал, как Бог говорит в мое сердце. Знаете, вы иногда, люди, смотрите друг на друга, на окружающих вас, как вы выглядите, может, вы не так поете, не так что-то делаете. Конечно, хотелось бы, чтобы человек, который стоял на сцене, он красиво пел. Но когда в нашем сердце живет Бог, Он дает нам свободу. Дает нам свободу не делать грех, свободу поклоняться Ему, свободу быть самим собой в Его присутствии. Помните царя Давида, как он пел и танцевал пред Господом, многие осуждали его. Я думаю, не зря Библия нам показывает этот эпизод, потому что мы, верующие, должны иметь свободу внутри для того, чтобы мы могли петь и славить Господа, так, как мы можем, от всего сердца. Милости будет по любви своей, то, что вставать будет на тебе.
Господь, ты сила Иешуа. Ты был мне защитой, убежищем всегда. Господь, ты сила Иешуа. Я буду воспевать свою силу, провозглашая смелость твою. Ты плюй мне защитой, убежищем всегда, Господь, ты сила Иешуа. Ты плюй мне защитой, убежищем всегда, Господь, ты сила Иешуа. Господь, ты сила, сила моя, тебя буду воспевать я. Ты Бог заступник мой, Бог милующий меня. Господь, ты сила Иешуа. Ты Бог заступник мой, Бог милующий меня. Господь, ты сила Иешуа. Бойте Богу, воспевайте Господа, ведущего на небесах небес. Он дает глазу своему гласилу, величие виси над Израилем. Велик Господь во святилище своем, Бог Израиль, Он дает нам силу и спасение народу своему. Пойте Богу, воспевайте Господа, ведущего на небесах и лес. Он дает глазу своему гласилу, величие виси над Израилем. Велик Господь во святилище своем, Бог Израиль, Он дает нам силу и спасение народу своему. Начинали с еврейских песен. И однажды мы только уверовали, прошло несколько лет. Тут девушка на сцену хочет, уже просится. Микрофон дайте ей. Славить Господа, знаете. И вот у нас был фестиваль, проходил в Минске. Фестиваль еврейской музыки и танца. И проводили, как всегда, американцы, конечно. Это было давно, я вам даже не скажу, какой-то год был. Думаю, что где-то 98-й. Тогда еще были двери открыты, американцы сняли дворец спорта. И нужна была группа местная для того, чтобы открывать фестиваль. И они так поискали, поспрашивали, сказали, что есть группа «Новый Иерусалим». Пришел американец такой важный в костюме, сел, ну, прослушивать нас. Мы спели ему пару песен, ему понравилось. И, знаете, он спросил, есть у вас еврейские песни? У нас была одна песня, мы сказали, конечно, сколько угодно. Мы пошли к нашему знакомому еврею Николаю Хаскину, и он написал, дал нам свою песню, он очень талантливый музыкант, раввин мессианской общины в Минске. Мы сделали эти песни, и мы не знали, что будет на этом фестивале, знаете, это был наш такой первый опыт. И мы вышли в дворец спорта, был полный людей, это, я не знаю, было 7-8 тысяч человек, еще несколько тысяч каждый вечер не могли, они просто не могли попасть, просто стояли за стенами дворца спорта. Знаете, когда мы начали играть эти песни, просто что-то особенное стало происходить. Просто открылись небеса, люди танцевали, пели, они славили Бога.
И самое главное, что очень многие, многие люди, неверующие, которые пришли, они в этот день посвятили своей жизни Господу. И мы просто настолько были впечатлены тем, что Бог делает, что мы просто записали один альбом, второй альбом, третий альбом еврейских песен. И через это просто Бог открыл для нас очень многие двери. Мы родились, мы все родились, ну не все, может быть, кто-то уже здесь родился, в бывшем Советском Союзе, в стране, которая была наполнена антисемитизмом, очень многие люди просто ненавидели евреев, многие сейчас это делают. Когда мы пришли в церковь, наш пастор нам с первого дня он учил нам о том, что Израиль – это Божий народ, что мы должны благословлять его. И мы открывали Писание, и однажды просто нам открылось слово, где говорится, благословляющий Израиль, он будет благословен, а проклинающий, он будет проклят. Мы благословляли Израиль все эти годы, продолжаем благословлять еврейский народ. И поэтому Бог благословил нас и приумножил наши дары и таланты, и все, что мы делаем, дал нам успех. Слава Богу, поэтому славьте Бога и служите людям, и служите Израилю, и вы будете благословены.
Много есть откровений, много откровений дает Бог. К сожалению, не все мы можем в себя вместить. Кто-то получил откровение об отцветании, кто-то получил откровение о Духе Святом. Знаете, одно из больших откровений, которое открылось мне когда-то. Я родился в семье, знаете, мой отец оставил меня, когда мне был только один год. И мама у меня русская, отец азербайджанец, они познакомились в Минске, мама училась в институте с отцом вместе, он был спортсменом. Мне был годик, и мой отец оставил меня, и я вырос без отца. Я никогда не знал, что такое иметь отца. Я помню хорошо, как у меня были друзья, я с ними дружил со двора. И я приходил домой к ним, когда в гости, мне всегда было странно, что есть дома женщина мало, и еще какой-то мужик ходит в квартире. Знаете, для меня было странно, потому что я всегда жил с мамой, у меня нет ни братьев, ни сестер, а двоюродные есть. Я один. И знаете, для меня это всегда было очень странно. И потом, когда я уже уверовал, вообще у меня интересный путь в жизни. Я искал Бога, моя мама тоже искала Бога. У нас никого, наши родни не было верующих, все из новообращенных. И моя мама как бы всегда была близка к духовному миру, если так можно сказать. Знаете, она очень неплохо гадала по руке и по картам. Вы понимаете, да, что все это духовный мир. И человек, который он соприкасается с духовным миром, так или иначе, он ищет по-своему Бога. И она тоже как бы понимала это по-своему. Но когда я учился в школе, я как бы занимался спортом, учился так себе. И это было достаточно давно, в 87-м году я закончил школу, и как раз только рухнул Советский Союз. И мне нужно было поступать в институт. Еще время такое, как бы еще был коммунизм немного, но уже была свобода. И вот мама мне сказала две такие вещи интересные. Я уже был в 10 классе, она сказала: сынок, тебе обязательно нужно сделать две вещи сейчас, чтобы у тебя в твоей жизни все хорошо сложилось. Первое, это нужно покреститься, и второе, вступить в комсомол. Покреститься. Всем понятно, почему, что Бог благословил. Почему в комсомол? Потому что если ты поступал в институт в советские времена, и ты не был комсомольцем, то у тебя были большие возможности, шансы, что тебя просто могли не взять. Потому что если ты был беспартийный и комсомолец, значит, ты был неблагонадежен для советского государства, для коммунистов. И вот так получилось в моей жизни, что я вступил в комсомол и покрестился в один день. Анекдотическая ситуация, но так и было на самом деле. Это было очень интересно. В комсомол я не мог долго вступить, мне нужно было учить эти ордена, которые там было. Я, кстати, помню, как мы даже, я вступал в пионеры, мы поехали, помните, такой был Марат Козей, который родился в Беларуси, он такой был там партизан, там сражался с фашистами, мы поехали в школу, где он учился, и в то время, когда все завязывали галстуки, я баловался, и мы разбили огромный вазон с цветами, и вот все завязывали галстуки, а я с этим парой пацанов, с которыми мы баловались, мы подметали все сзади, там вся школа стояла на этой линейке красивая, мы подметали. И вот я все никак не мог вступить в комсомол, и вот я в конце концов пришел, мне сказали, поставили эту печать, сказали: ладно, иди отсюда, чтобы тебя больше не видеть. И вот мы оттуда, прямо с этого самого, с этой комсомольской организации, я поехал в церковь православную, и мы с мамой встретились, мама тоже была некрещенная, и мы с ней пошли, значит, батюшке, заплатили деньги, такой храм у нас в Минске есть, в Белоруссии, на площади 8 марта, мы спустились, значит, туда вниз, там такое помещение, красивые иконы, все в середине, такая как бы, такой постамент, и на нем такая была, как, чаша, но как бы, наверное, красиво называется чаша, наверное, по-простому тазик такой, и в нем вода. На самом деле, так и был тазик. И, значит, когда мы стали с батюшкой разговаривать, он стал спрашивать, что и как, и когда он узнал, что меня зовут Эльшат, он не имел на некоторое время, и у него было видно, что у него начало что-то происходить в голове. И тут он выдал совершенно оригинальную фразу, которую я никогда в жизни ни до, ни после не слышал. Он сказал: друг, тебе нужно поменять имя. Мы с мамой спрашивали: почему? И он сказал, что у тебя имя не православное, и когда ты будешь молиться, Бог тебя не будет слышать. Конечно, мы были в шоке, мы никогда такого не знали, что такое вообще может происходить. Но поскольку мы пришли и заплатили деньги, надо было повиноваться, он принес такую толстую, огромную книгу с именами, со всякими
и православными там, чтениями. И вот, значит, он открыл и сказал, ищи имя, которое тебе понравится. Ну, вы понимаете, что такое православные имена, там были такие имена, которые я, как неверующий подросток, совершенно не хотел себе. Ни Соломон, ни Авраам, ничего подобного. И вот, знаете, в то время такая была программа на радио, есть такой Сила Новгородцев. Он когда-то в Лондоне была программа, он рассказывал раз в неделю по субботам о рок-группах современных, о всех известных группах, которые мы все любили и слушали. Мы собирались по субботам вечером, мы слушали радио, у нас такой приемник был «Океан», мы его слушали все вместе. И вот этот Сила Новгородцев был такой популярный. Вот когда я дошел до имени Всеволод, я вспомнил Силу и подумал, вау, круто. Я сказал этому батюшке, все, Всеволод. Он говорит, отлично. И вот он, значит, сделал все свои обряды, нам надо было закасать брюки выше колена. Мы ходили за ручки вокруг этого тазика, он нас периодически окроплял святой водой. В конце он выдал нам крестики, мама тоже со мной вместе крестилась, она тоже была крещена. И вот он сказал, все, тебе нужно молиться Богу, молись этим именем. Все, вот он будет тебя слышать. Вау! Мы такие пошли домой под впечатлением всего происходящего. И знаете, ничего в жизни не произошло. Прошло еще 2 года, я, кстати, в институт я поступил, между прочим. Так что что-то сработало. Комсомол и православная церковь, что-то в этом было. Знаете, бутерброд хороший получился. И вот я поступил в институт, но потом через несколько лет я бросил институт, я познакомился с музыкантами, мы стали дружить, общаться. И вместе мы пришли в церковь. И вот только после этого что-то в моей жизни изменилось. И знаете, после этого пришла к Богу моя мама, я ей стал свидетельствовать, стал рассказывать о Боге. Она, конечно, поначалу, она такой человек у меня образованный, начитанный, историк. И мы, понятное дело, у нас были бурные дебаты. И я сразу построил, как мы шутили, у нас началась особенная евангелизация. Всех построили, раздали Библии каждому, так, всем в церковь. Бог коснулся сердца моей мамы, и она уверовала, потом пришла. Она порвала все книги, порвала все карты, все выкинула. И когда ей звонили ее знакомые или подружки, погадай, она говорила, все, это грех, вы должны все уверовать в Иисуса. Он только знает ответ на все ваши нужды, молитвы. Он всех ваших мужей вернет, всех ваших жен приведет домой и детей. В общем, знаете, таким образом чудно Бог изменил мою жизнь. И еще ребят, с которыми вместе мы служили и до сих пор продолжаем служить. Аллилуйя. Я знаю, у вас тоже огромное количество свидетельств, и вы тоже можете долго говорить об этом. И я бы еще хотел представить мою семью. Я приехал со своей женой и с моими детьми. Моя жена Анечка сегодня со мной. Спасибо, дорогая. Мы женаты уже 18. Нет, не 18. 16. 19. Я специально, я знал, что 19. 19 лет, да. Мы женаты, познакомились с церковью, у нас трое сыновей. Марк. Марк будет музыкантом. Поет, играет на всем. У нас было родительское собрание, и учительница так немножко жаловалась на него, что он такой рассеянный. Он говорит, вы знаете, он музыкант. Он говорит, я заметил, он все время сидит и... Тимур, ты где? Вот, Тимур стоит, снимает. Он старше у нас. И Давид спит. Вот. В общем, и к чему я это все говорю, что, знаете, наши жены всегда поддерживали нас в группе, с группы «Новый Иерусалим». Мы очень подолгу уезжали, и иногда по полгода у нас не было дома. Мы всегда знали, что нас ждут наши семьи, наши дети. Они поддерживают наше служение. Они собирались вместе на молитвы. Собирались, молились за нас, постились за служение, за то, чтобы мы писали новые песни. Иногда получалось брать их с собой. Но вот тоже, что есть в группе «Новый Иерусалим», мы написали несколько песен. Эти песни о любви, о той любви, которую мы переживали в своей жизни. И сегодня я просто хочу спеть несколько песен для вас, дорогие женщины. Спасибо, что вы с нами, поддерживаете нас, своих мужей всегда и во всем. Когда есть что-то в холодильнике и нет, вы поддержите наши руки и в служении, и в жизни. Говорю вам спасибо. Очень благодарны вам за все. Эта песня для вас. Возможно, вы ее слышали.
Вот такое пожелание. Кто догадался, что я пожелал здесь на самом деле?
оно скрыто в тексте, вы знаете. Я вам пожелал долгое терпение, но я вам пожелал вам до пришествия Господня. Вот как долго я желаю вашей церкви быть. Не просто 7 лет, не 10, не 20. Да. Вот давайте вы будете, вот, ваша церковь в Орландо будет даже до пришествия Господня. Здорово. Ну и долготерпение вам желаю. Потому почему? Ну, я буду проповедовать о долготерпении сейчас. Хотя пока мы ехали, жена спросила, о чем будешь проповедовать. Я говорю, долготерпение. Она говорит, тебе надо заглавить так. А как выработать долготерпение в людях, окружающих тебя? Вот долготерпение. Терпение, долготерпение. Церкви вообще нужно много терпения, и церкви нужно долготерпение. Вы только начали. Вы только начали недавно. Я помню, как это было, тоже немножко захватил период вашего только-только становления. Я как раз вот первый раз сюда приезжал, с братом Андреем общался. Вот, он делился. Брат Андрей не знал, сколько ему понадобится благотерпения. Знаете, сегодня. А сколько еще понадобится в будущем благотерпения? Особенно если до пришествия ждать, сколько понадобится долготерпения. И не только брат Андрей, но вообще всем братьям и сестрам в церкви. Вот долготерпение – это такая черта характера, которая человеку будет, вот серьезно, если человек вооружится долготерпением, она будет одним из самых величайших двигателей благословения в его жизни. Не только благословение, а долготерпение позволит человеку избежать множества грубых, фатальных, ужасных ошибок, которые человек может сделать на пути к благословению. Потому что пока мы в благословении движемся, пока мы живем, мы делаем множество ошибок. Ну, я знаю, никаких ошибок за 7 лет не было. Точно. А все-таки были. Не хватило у кого-то долготерпения. Вот. Ну, надеюсь, что сейчас вот проповедь прочитаю, в следующие 7 лет уже точно никаких ошибок не будет, потому что все поймут, как нужно делать, как нельзя делать, да? Вот, и то, и другое давайте понимать. Значит, я вот стих прочитал, теперь я должен, видимо, этот стих какими-то иллюстрациями объяснить. И самые лучшие библейские иллюстрации, самые лучшие иллюстрации для проповедей, которые объясняют какие-то библейские стихи, они находятся где? В самой Библии. То есть мы берем один библейский стих, и затем лучше всего сделать так, чтобы объяснить его из самой же Библии. И читать я буду стих в главе Бытие, 36 глава. Это вот недавно такое открытие, откровение меня посетило. Я прямо нахожусь под его впечатлением до сих пор. Вообще 36 глава, это глава, которую проповедники традиционно перескакивают. Кто хоть раз слышал проповедь по 36 главе книги Бытия? 36 – полное молчание. Я больше чем уверен, у большинства вот людей, которых в Библии все, знаете, подчеркнуто. На 36-ю натыкаешься, там девственно чисто, там ничего не подчеркнуто. Потому что, ну что там с этого Исава, кажется, взять? Тем не менее, каждая глава Библии, она дорожка к Иисусу Христу. И вся Библия, Боговдохновенная, вся Библия полезна, нету Библии без полезных мест. Так что же мы из этой главы подчеркнем? Прежде чем я открою то, что мы из нее можем подчеркнуть, из этой 36 главы, давайте я предысторию скажу. Глава эта об Исаве, да. У Исава был брат. Как звали брата Исава, кто знает? Яков его звали. И Яков был младший брат. Ну как младший? Он родился, может быть, на несколько минут, а может быть, там даже на, ну, в зависимости от того, как, с каким промежутком близнецы рождаются. Может быть, 10, может быть, час, но я не знаю. Я знаю случай за то, что когда вот были два близнеца, роды заняли там 8 часов, по-моему. Вот была разница такая между первым и вторым. Бывает, видимо, и такое, я не знаю, но вот 8 часов была разница у людей, они этим заслуженно гордились, наверное. Ну вот, Исав родился первым, а Яков родился вторым. Но Яков очень хотел родиться первым.
Он так хотел родиться первым, что они даже дрались внутри мамы. В утробе матери своей они дрались между собой. Так что мама их пошла, и она пошла вопросить Господа. И когда она вопросила Господа, то Господь ответил ей. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Или по-другому еще можно прочитать: больший будет служить младшему. Понимаете? Это было дано слово Ревекке. И вот рождается у нее два сына, рождается Исав, о, замечательно, отец рад, это первенец, все ему. Отец будет потом долго и сильно любить этого первенца и предпочитать его младшему, Якову. Бог, тем не менее, заранее выбирает Якова. По причинам каким? Позже коснемся. Бог выбирает Якова, Бог не выбирает старшего. Отец выбирает старшего. Старший охотник, старший хорошо готовит, старший чрево отца ублажает, здорово. Отец, все внимание старшему, благословение будет старшему. Какое благословение имел Исаак? Исааку, как и отцу его, Бог обещал, сказал: эту землю дам тебе в наследие. Земля, в которой ты живешь, ты унаследуешь ее. Земля та в то время была населена очень такими сильными племенами, которые во многом превосходили по силе самого Исаака. Но Исаак верил в это обещание, которое Бог ему дал, тоже так же, как верил его отец. Вопрос: кто из сыновей будет верить в это обещание? Два сына родились в один и тот же день. Кто из них будет верить в это обещание? И выходит, что Исав этим обещанием не дорожит. Исав старший. Казалось бы, это обещание, которое Бог дал Аврааму и Исааку, должно перейти на Исава. Яков, с другой стороны, очень хочет это обещание. Якову нужно обещание это. Яков слышал об этом обещании от отца, от матери своей. Он хочет наследовать землю, но он младший, и ему ничего не светит. А светит его старшему брату, который этим обещанием не дорожит. И откуда мы знаем, что он не дорожит? Да вот то, что ситуация. Исав приходит голодный, ничего он там не добыл себе. Есть хочет, не может, брат говорит: я могу тебя накормить, если ты мне дашь вот это свое первородство в обмен. Первородство в обмен на чечевичную похлебку. Если бы он дорожил Божьим обещанием, да если бы он хотя бы верил в Божье обещание, никогда бы он не согласился поменять такое великое обещание на еду. Но он говорит: да что мне с этого обещания? Лучше. Есть люди, которые живут по такому принципу, у них нету большого полета мечты, они говорят: лучше синица в руке, нежели журавль в небе. И вот он говорит: конечно, что там это обещание, как Бог там дал ему, брату, тарелку неси, продал первородство. Первородство продал, но отец все равно, отец не согласен, отец продолжает старшего любить, вот, отец не хочет слышать никаких объяснений, отец говорит: все, старшего буду благословлять, отец собирается умирать, вызывает старшего, говорит: я тебя благословлю, давай приготовь мне покушать. Яков в панике в этот момент. Все, сейчас вот все благословения, которые Бог обещал, вот эти все обетования, достанутся старшим братом, мне опять ничего не будет. И он пошел на обман. Он пошел на большой грех. Он обманул отца своего, он обманул своего брата, опередил его. Вы знаете историю, если вы Библию читали, он там шкуру на себя напялил, стал даже пахнуть, как брат его. Вот, и пришел к отцу, отец потрогал, брат косматый такой, потрогал, да, точно, мой сын понюхал. И благословил его. Благословил, думая, что это, то есть он благословил, думая, вот что это есть его старший сын, благословляет. Но Бог-то видит. Как вы думаете, Богу нравится обман? Да, ты хочешь Божье благословение, но послушай, Божье благословение не достигается обманом. Неправильно, нечестно, нехорошо добиваться Божьего благословения нарушением Божьих заповедей. И да, еще заповеди Моисея не были даны на тот момент. Ну так что они не даны?
Сердце-то они все равно через совесть уже было написано, не обманывай, отца мать почитай. Неужели люди не знали эти заповеди до того, как Моисею были даны эти заповеди? Разумеется, они знали. И он знал, но он заповеди нарушил. Он против воли Божьей пошел. Он отца обманул. Брат возненавидел его за это. Брат возвращается в благословение у другого. Брат говорит, убью его вообще. Вот скоро дни плача по моему отцу приближаются, убью его. На огромные, огромные испытания обрек себя своими глупыми действиями, своими грехами, обрек на себя Яков. И кажется, ну а что ему было делать? Ну хочется Божье наследие, Божье благословение наследовать. Но не этому же брату, который это не ценит. Не ему же это благословение. Но Бог-то, ты должен меня понять. Но Богу это не нравится. И вот он покидает свой дом, покидает в спешке, не очень хорошо покидает. Там некрасивая ситуация, уходит. Значит, долгое время он был скитанцем в другой земле. Чуть ли не на положении раба стал у своего собственного тестя. Вообще свободы никакой не имел. Работал на него, тот им, стал ему всем кругом обязан. Думал, что он, значит, он двух дочерей его женился. Вот, и сам своего ничего не имел. Все полностью зависело от тестя. Тесть его вот просто в своей руке держал. Потом кое-как он начал уже выпросил хоть какое-то имущество, чтобы тесть ему позволил хотя бы какое-то имущество, какую-то награду иметь. Вот. И Бог это начал благословлять. И это начало умножаться, то, что то небольшое, что ему дал тесть. Бог начал это благословлять. Но и это вызвало еще большую зависть у других детей этого тестя. У него еще сыновья были, кроме дочерей, еще большую зависть это вызвало. И они еще больше начали против него. Вот еще этот пришелец, он разбогател за наш счет. Вот, дочери, сестер наших взял, еще стада наши себе присвоил. Да вообще ничего не останется. Он слышит эти разговоры, он понимает, мне здесь тоже места уже нет. Я, знаете, когда человек делает обман, пока он не покается, нигде ему места не будет. Везде он будет несчастен, везде он будет преследован. Везде Бог сделает так, что грех беззаконника упадет на его собственную голову. И вот здесь тоже так же происходит. В конце концов ему приходится смириться. Он уходит из дома тесте, а куда идти? Земля кажется большая, но она уже поделена между всеми народами. И единственное место, куда ему приходится идти, это ему надо смириться перед братом. Ему надо смириться, ему надо признать, что он был неправ, вернуться к брату и принять то, что было до того, как он ушел. Брат старший, брат господин. Ты младший, а на Ближнем Востоке это означает «ты слуга». И вот, а он уже такой продвинутый в годах, уже в большом возрасте, возвращается он к брату, возвращается к Саву, говорит ему, ты господин, я твой раб, я твой слуга. Я вернулся, я буду тебя слушать. Дары перед собой ему дает, все. То есть человек понял, что вот все плохое, что он делал, оно не помогло ему получить Божье благословение, не помогло ему получить Божье обетование. И теперь он живет обратно в этой земле, где он брата и отца обманул, живет обратно в этой земле, и он знает, вот скоро отец умрет, и вот скоро брат наследует все обещания, которые Бог дал прадеду, деду моему и отцу моему, да, вот все эти благословения будут принадлежать брату. Земля это обещание будет на брата распространяться, я буду никем в этой земле. Понимаете, это называется смирился. Это называется смирился. И вот он смирился, я отдал это Богу, ладно, понял. И затем, вот 36 глава. Если бы мы только могли читать это вот так, как это Бог написал с небольшой долей иронии. Знаете, что тут происходит? Исав присмотрел себе другое место. Представляете?
Исав присмотрел себе гору, которая там на юге, на горизонте. Там была большая гора, фактически это не просто одна гора, там Хон, да? Это Нагоре, на котором много-много разных гор, которые поднимаются выше и выше, называется Сиер. Исав присмотрел себе это, и это вот та травка на горизонте показалась ему зеленее, чем то, что Бог обещал. Знаете, как корова. Корова, тут рядом есть трава, но она будет стараться через забор пролезть, потому что там, за забором, трава-то зеленее. И вот он долго смотрел на эту гору, он туда начал уже переселяться, какое-то время он жил уже на два дома. Вот, к моменту, когда возвращается Яков, и Исав уже живет на два дома практически. И вот мы читаем. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, все имение свое, и пошел в другую землю от отца Якова, брата своего». И 8 стих. «И поселился Исав на горе Сир, Исав, он же Эдом». То есть он приходит и говорит, брат говорит, пока Яков, тот в смысле пока, да я переселяюсь на другую землю, если бы гору нашел, замечательно, буду там жить. Так, подожди. А это вот то, что Бог обещал, вот эта земля, в которой мы сейчас живем, то, что Бог обещал. Да, но мне не надо, можешь себе оставить. Что, вот так вот все просто? Да, так просто. То есть, подожди, а зачем я тебя обманывал? Зачем я на такие вещи шел? Зачем я отца обманул? Зачем я согрешил так сильно? Оказывается, мне не нужно было ничего этого делать. Все, что мне нужно было, это долгое терпение. Потому что Бог заранее знал, что брат мой от этой земли просто откажется, что она ему не нужна. Ему не нужно Божье обетование, он решил сам сделать все. Сам устроить свою будущую жизнь себе и будущим потомкам. И Яков стоит, вот эта ирония в его жизни, и он понимает, я столько ошибок сделал, я столько дров наломал, там, где не нужно было ломать вообще. Все, что мне нужно было, это просто спокойно смириться. Как Библия говорит, смиритесь, я даже знаю, вы все знаете окончание этой фразы, смиритесь под руку Господню и вознесет кого? Вас, когда? Смиритесь под руку Господню, понимаете? Либо мы долго терпим, смиряемся под руку Господню и получаем обетование. Либо мы делаем ошибки, и тогда старший брат смиряет нас. Люди вокруг смиряют нас. Все вокруг будут нас смирять. Это будет не очень приятно. Это будет очень больно, когда нас все будут смирять. Но, знаете, других путей нету. Других путей нету. Самый лучший способ, оказывается, получить благословение не греша, это просто терпеть. И вот когда Библия говорит, долго терпите и вы, долго терпите до пришествия Господня, не поддавайтесь на соблазн, не ищите легких путей, не пытайтесь срезать углы, не идите на компромисс с совестью, не грешите против Господа. Не грешите. И вы получите вот то, что он не мог получить с помощью своего обмана, оказывается, он просто мог это взять. Потому что брат отказался. Потому что брату это не надо. Я предвижу, наверное, у него было в этот момент, он был ошарашен, у него было, наверное, такой, у него был вопрос к Богу. То есть, Бог, подожди. Бог, ты знал заранее же, что Исав так поступит? Знал. Но ты же знал, что Исав уйдет. Но почему ты мне не сказал? Ты должен был мне сказать, Бог, предупредить, я бы не начал бы отцу врать, я бы все эти проблемы на себя не привел бы. Бог говорит, а я сказал. Ну как, где ты сказал? Да я матери твоей сказал. Да я слышал об этом, но ты лучше бы мне сказал. Подожди, а чем слово, которое я сказал твоей матери, будет отличаться от слова, которое я сказал бы тебе? Или как некоторые люди говорят, да что там в Библии написано, пусть Бог мне скажет. Подожди, а чем слово, которое Бог скажет тебе, будет отличаться от слова, которое написано в Библии? Если ты одному стиху из Библии верить не можешь,
которые Бог сказал твоей матери, то как ты поверишь всему остальному? Если, еще раз повторю, это очень важно, мне самому понравился. Если ты одному стиху из Библии поверить не можешь, то как ты поверишь всему остальному? Серьезно? У тебя был один стих из Библии, я матери твоей сказал, обещание, пророчество насчет тебя, что ты не ухватился за него? Почему ты не держался за него? У нас сегодня, дорогие, есть 1000 с лишним страниц обетований. Почему мы не держимся за них? Нам намного больше дано. И Бог постоянно увещевает нас через Слово Свое. Он говорит, я знаю будущее, ты не знаешь, но оно в моей руке. Смирись под моей рукой, долготерпи. Я вознесу тебя в свое время, не греши. Как Экклесиаст говорит, он говорит, человеку, говорит Экклесиаст, великое зло от того, что он не знает время и уста всякой вещи. Он не знает, что будет. Человек не знает, что будет с ним через 10, через 20, через 30 лет. И поэтому человек грешит. Он пытается обеспечить свое будущее. А перед этим Экклесиаст сказал, исполняющий заповедь не испытает никакого зла. Потому что сердце мудрого знает и устав, то есть порядок, как будущее придет, и время, когда это будущее придет. Поэтому пожелание, дорогие, долго терпите. И когда вы долго терпите, то вы укрепите сердца ваши. И тогда точно Ирландская, Русская, Баптистская церковь точно доживет до пришествия. Господь, желаю вам его встретить. Помолимся. Господи Боже, Отец Небесный. Дорогие Господь, благодарим себе сердечно за это особенное задание, ты нам даешь, Господи, на этом месте, которое ты создал 7 лет назад, Господи, и мы можем прийти тебя сюда и прославить тебя, ты наш Бог. И в дальнейшем, Господи, чтобы все это осуществлялось, Господи, дай возможность совершить это материальное служение, расположи сердца братьев и сестер, по мере возможности, Господи, поучаствовать в этом служении. И прими за все благодарность, ты наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Гораздо больше.
Господь, если вас не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете что? В различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Друзья дорогие, принимать давайте правильно, как сегодня брат говорил, видеть не сегодняшними обстоятельствами, а видеть будущее. Вот тогда Господь нас благословит. А когда мы живем сегодняшним днем, может быть в депрессиях, может быть в каких-то переживаниях, сильно переживать о чем-то и не видя будущего, это самое тяжелое. Христианин, он отличается тем, что он знает, что он с Богом, и Бог обязательно поможет пройти, куда Бог вот именно поместил. Обстоятельства никогда не могут быть больше Бога. Наше собрание закончилось. Сейчас мы будем молиться. Может, у вас есть нужды, которые вы хотели бы, чтобы помолились. У меня есть объявление, что среди недели у нас собрание без изменений. В четверг будет разбор слова. Следующее воскресенье у нас будет специальный сбор, который будет посвящен на детскому служению в Санкт-Петербургской области. Коля подготовит видео специальное, мы покажем, и мы сделаем второй. У нас будет два сбора церковный и второй сбор, который будет именно посвящен на это служение. Так что заранее помните, как апостол Павел говорит, отложите, приготовьте на детское служение. Пусть Господь благословит, чтобы это был праздник. У нас Бог дает возможность нам послужить кому-то еще. Ну и, конечно, сегодня в 6 часов вечера у нас состоится праздничное общение. Все, кто здесь, мы вас ждем там, можете не расходиться, у нас будут бутерброды, потом здесь мы будем общаться, будет какая-то подготовка еще идти. Если вам надо куда-то отъехать, вы хотите в ресторан съездить, покушать, там по-другому, без проблем вы можете это сделать. Но в 6 часов ровно, пожалуйста, все мы давайте соберемся. Если вы кого-то еще забыли пригласить и вспомнили, что кто-то ходил в церковь или приходил сюда, и вот его нету. Позвоните ему, вспомните, скажите, приходи сегодня вечером. Так что пусть Господь благословит, чтобы это был праздник, когда мы просто будем радоваться, что Господь нас собрал и дал нам друг другу. Вот это будет хорошее время. Еще, пожалуйста, если есть нужды, мы вам будем молиться. Да, пожалуйста. Ой, прямо как. Это церковь, да. Хорошо. Моя жена подарок приготовила. Слава Богу. Есть нужда. Женщина позвонила вчера одна, она наша знакомая, она живет в Майами, и сказала, что у нее сына очень такая нехорошая рудя. И она попросила молиться, потому что она очень расстроена, у него страх, он уже взрослый, 21 год. И причем это и у ее дочери, и у сына, и она как бы очень, она говорит, что что-то там такое нехорошее. Я говорю, ну, мы помолимся. Ну, так хорошо, что-то. Обязательно помолимся сейчас за эту нужду. И еще я хотел бы попросить, так Бог сделал. Тоже, кстати, с Майами одна девушка позвонила в воскресенье вечером. Мария ее зовут, и у нее серьезная там зависимость, то есть алкогольная, и она не знает, как от этого избавиться. Вот на протяжении недели Бог дал время, мы с ней каждый день и утром, и вечером молились. И она вчера улетела в Сочи, она там, ее родственники, мама здесь приезжала. Вот. Она молодая, ей, наверное, около 25-28 лет, но человек вот искренне поверила в Господа. И что, знаете, радует, что она искренне поверила, и она уже все испробовала в жизни, что только ей не это. И она помолилась вот именно молитвой, она возвала Богу, плакала перед Ним, выливала, она была нетрезвая, выливала этот алкоголь во имя Иисуса Христа. Так получилось, выливала его в эту раковину. И пришлось долгое время, мы беседовали с ней, но знаете, это была такая мини-победа, но ей предстоит сейчас долгое время. Вот. Ну, просто давайте молиться ее Марии, чтобы Господь, то есть, дал ей вот сил, то, что ее вот желание, ее услышал, освободиться от этого греха. Еще, может, нужно? Да, пожалуйста. Да. Нам на этой неделе предстоит дорога в Вирджинию обратно. Просим, чтобы Бог сохранил нашу дорогу, транспорт, водителей наших. В смысле, меня, Юру, где нам придется ехать, чтобы все было благополучно. И то, что там нужно будет провести, сделать, чтобы Господь просто вел церковь. Хорошо.
документы. Да, извиняюсь, я руку пасу. На память на свою я полагаться не могу. Еще? Как зовут? Али. Али. У брата и сестры родят, и сегодня дети спали, не знаю, сколько они. И чтобы Господь благословил их дальше, чтобы они трудились. Мы их сердечно поздравляем. Пусть Господь благословит, и вы прямо, вот Господь вас так соединил, я вот смотрю, вы прямо подходите, ну, вот идеально, вот бывает Господь, ну, Он всегда так делает, но вот в вашем случае просто вот вы как-то идеально подходите друг к другу. Хотя, вот, представьте, он армянин, а она азербайджанка. Вот что Господь делает, да, вот он это, кажется, должны наоборот, он даже рождался, наоборот, смотришь, ну, ой, какое вот это, и сочетание. Вот смотришь как-то, вот я, слава Богу, так вот пусть Господь будет. Немножко поправлю. Она с Азербайджана, а я с Армении. То есть мы родились в разных странах. Ну да, да. Русская. Но она русская, а я азербайджанец наполовину. Капельша. Да? Ладно, я же армянин, мы тебя всегда шашлыки тоже пропускаем. Азербайджанцы тоже делают шашлыки? Не знаю, вот. Тут я, кажется, первый был. Хорошо, друзья. Давайте, знаете, что сделаем? У нас много нужд. Господь каждый из них слышит. Мы сейчас помолимся молитвой нашего Господа Иисуса Христа. То, что сказали, Господь услышал это. И вместе помолимся Отче наш, и на этом закончится праздник. Хорошо? Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Пусть Господь благословит всех нас, приветствуйте друг друга.